Читин – это город, рожденный дважды. Перед началом игры ребят знакомят с историей города. Дети узнали много нового. Например, что символизирует герб или почему Искитим называют городом, строящим города. После просмотра видеопрезентации школьники разделились на три группы и получили маршрутные листы с вопросами и заданиями. Например, угадать ключевое слово, какое предприятие является градообразующим в городе Искитиме, или какое полезное ископаемое строительное является символом города Искитима, там разгадать, допустим, кроссворд. Также будет на внимательность задание, посвященное искитимцам, героям Великой Отечественной войны. В основном вопросы несложные, говорят участники игры, хотя над некоторыми пришлось подумать. Некоторые мы не понимали, некоторые попытались сделать наугад, но у нас не получилось. Все-таки нашли решение. Просто надо знать, где мы живем и историю нашего города. Сегодня ребята не только пополнили свои знания, но и весело провели время. А команда, победившая в игре, получила возможность посещать музей бесплатно в течение целого года.